Красногорский, поселка Красногорский, чей сегодня праздник в том числе мы отмечаем. И, конечно же, здравствуйте все наши уважаемые спортсмены, которые собрались на 4-й этап открытого Кубка Поволжья по мотокроссу. Вам бурные аплодисменты от гостеприимных хозяев сегодняшнего праздника. Еще громче. И, конечно же, слово для открытия 4-го этапа открытого Кубка Поволжья по мотокроссу предоставляется главе администрации городского поселения поселка Красногорский Ивану Яковлевичу Таруткину. Добрый день, красногорцы, уважаемые спортсмены, участники соревнований. Сегодня мы проводим традиционное соревнование по мотокроссу, посвященное дню поселка Красногорский и очередной этап Кубка Поволжья. Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия вам, вашим семьям. Успешных стартов! С праздником, дорогие друзья! Ну и, конечно же, у нас сегодня на нашем празднике, это действительно праздник, очень много наших добрых друзей. И слово предоставляется Евгению Николаевичу Кальянову, который всегда с нами и всегда поддерживает все наши спортивные идеи. Добрый день. Погода немножко, конечно, наверное, для зрителей в первую очередь. Но спортсмены, они в любую погоду выступают. Хочу поприветствовать всех участников, красногорцев с этим традиционным мероприятием, которое проводят наши ребята. Так, во-первых, дать оценку очень хорошую за организацию, что каждый год, вот даже несмотря на погоду, значит, этот турнир проводится. Я хочу пожелать всем хорошего выступления, хороших результатов, победит пусть сильнейший. А красногорцев с праздником, День поселка! Спасибо большое за добрые слова. А что нам хочет пожелать и сказать председатель Федерации мотоциклетного спорта Республики Мариэл Валерий Астраханцев, я думаю, мы узнаем прямо сейчас. Добрый день. В первую очередь хочется поздравить, конечно же, поселок Красногорск. Ну, погода сегодня та, немножко подвела нас, но думаю, что будет все хорошо, нормально. Самое главное, чтобы без травм. Этот турнир ежегодный, конечно же, мы будем продолжать из года в год. И у нас есть положительная тенденция, то, что на каждый этап все больше и больше приезжает и участников, и зрителей. Соответственно, мы идем правильной дорогой и правильным путем. Еще раз с праздником. И сейчас хочу передать слово организатору Альберту, он уже пояснит все остальное. Всем добрый день. Все уже сказали. Давайте перейдем к сути. Очередных заездов. Класс 50, 65. 85 плюс ЧЗ, 125 плюс 250, ветераны, А, Б и любители последних. По времени заездов класс 50 поедет 5 минут, 65 поедет 10 минут плюс 2 круга. 85 плюс ЧЗ поедут 12 минут, 125, 250 поедут 15 минут плюс 2 круга. Ветераны АБ поедут 12 минут, любители 10. Всем все ясно? Ну что, давайте готовимся на старт. Готовность 15 минут, класс 50 на старт. Ну что ж, мы помним, что в здоровом теле здоровый дух. Удачи всем нашим спортсменам. Приятного времяпрепровождения, уважаемые гости. Всех жителей поселка Красногорский мы поздравляем с праздником нашего поселка. Кто к нам приехал и откуда, и за кого стоит болеть, я вам расскажу немножечко попозже. Будут представлять честь нашего Звениговского района и, в частности, поселка Красногорский. Это, конечно же, жители поселка Красногорский. В каких классах они сегодня будут выступать, я тоже вам попозже расскажу. Также сегодня с нами наши соседи, город Волжск. Те ребята, которые постоянно во всех чемпионатах показывают только хорошие результаты, я думаю, что за них тоже будет необходимо болеть, наблюдать за всеми трюками, которые будут ребята сегодня здесь выполнять. Также сегодня к нам приехали ребята из Самарской области, из Кировской области. Конечно же, Республика Татарстан всегда с нами. Ну и, конечно же, Республика Чувашия. Есть еще более дальние регионы, но когда они будут ездить в том или ином классе, я, конечно же, буду обращать ваше внимание на тот или иной номер, который приехал к нам издалека специально для того, чтобы сегодня, 17 августа, выступить на 4-м этапе открытого Кубка Поволжья по мотокроссу. Уже 4-й этап. Я помню, совсем недавно был первый, а совсем скоро юбилей в следующем году. Но, тем не менее, я надеюсь,
надеюсь, что сегодня все пройдет отлично, поэтому все внимание уже на трассу.